Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я хочу вам поделиться с вами информацией о том, как можно установить пароль на вашем Вайбере. Если вы используете Вайбер на компьютере или ноутбуке, к которому имеют доступ посторонние третьи лица, и вы не хотели бы, чтобы эти посторонние лица узнали все подробности вашей переписки в Вайбере. Делать это совсем несложно и просто. Сейчас вам это покажу. Итак, я запускаю Вайбер на своем ноутбуке. Выбираю в меню «Инструменты», «Параметры», «Безопасность» и «Конфиденциальность». Выбираю «Установить пароль для Вайбер». Ввожу пароль. Для меня это несложная комбинация, которую я всегда помню. Повторяю этот пароль. Нажимаю «Готово». В этой же вкладке вы можете при необходимости при открытом Вайбере отключить пароль или поменять этот пароль. Я вам покажу, как это работает. Я закрываю Вайбер, правой кнопкой мышки на значке выбираю выход и повторно запустим Вайбер. Я загружаю значок Вайбера. Вот Вайбер запрашивает у меня при открытии пароль, который я ввожу. Вот. Вот видите, все делается несложно и даже просто. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!